немножко ниже, немножко меньше. Отзывай его в уши, больше немножко в затылке отзывай. Вот это темп. Следи тоже за внутренним шеем. Отводи немножко за наружу, на плечом грудь. За счет внутреннего шея. Хорошо. Хорошо. Две руки, отзывай наружу голову. Вот так. Две руки, отзывай наружу голову. Хорошо. Отзови правую руку, подготовь восстановление правой шеи. Удерживай зад. Плечо правое назад. Равни. Сиди просто ровно, не откидывай сильно корпус назад. Хорошо, корпус. Не надо еще больше назад. Отзывай левую голову. Вот, отзывай левую голову. Отзывай левую голову. Хорошо. Выровняй перед ним. Не торопись меня. Сел глубже в цикл. Хорошо. Вот это прям голова. Спокойно, хорошо.
Сейчас сам погладь, все равно погладь его, потому что ты сейчас сам опоздал на 15-й метке выдержать его правый голод. Правый голод просто снизу вверх достань. Сейчас сделай еще раз по диагонали, больше метки не повторяй. Сделай сейчас еще раз по стенке. По стенке и опять сделай 6 раз, пройди до лопа. И сделай еще раз 6 раз. Спокойнее до лопа. Вот это прям до лопа. Больше не перегоняй. Хорошо, выходи. Хорошо, погладь.
Очі перші. Мученичину мучку. Зараз прошагнеш, не стой направо. Дуже. Пасаж, рис, пасаж. А потім ти як на пасажі достатньо двигатися вперед. З продвиженням. Ножки продвиження вперед. Пройди по диагонали, только не прибавляй, пройди просто ровным темпом. Ровным темпом, не надо прибавлять, не надо никуда его гнать. Вот так. Вот так, больше ничего не надо делать. Теперь сокращай опасность. Вот так, хорошо. Вот так. Еще раз переход шаг, спокойное начало рисы, равномерный контакт, вот так, вот это другое место. Не гони, не буду. Совершенно спокойное рисы, это рисы очень хорошие. Теперь хватит вверх по диагонали. Thank you.
Какой это рис? Вот это рис, вот это рис. Никуда не гони! Вот это рис. Отозвала и опять спокойно, не гони никуда. Еще спокойнее, еще расслабленнее. Вот так. А теперь иди по стенке и прибавь рыс. Вот с этой спокойной рыси нажимаешь его на прибавленную рыс. Не передерживай его. Просто спокойный упор, спокойный нога. Вот так, нажимаешь шею, совершенно спокойный контакт с рукой. Нажимай шею. Вот так. Короткая одержка и опять точно так же. Вот, хорошо. Двигайся вперед. Давай двигайся. Хорошо. Выпусти нос вперед в воду. Вот это темпо лука. Спокойно. И вот сейчас таким галопом идешь диагональ звездой налево, потом сменишь ногу диагональ звездой направо. Спокойный корпус, расслабленный корпус. Вот. Попробуй немножко прибавить голову, но не зачастить при этом. Вот так, да, хорошо. Сократи немножко и опять-таки не зачищай при этом голову. Вот так, да, отлично. Не зачищай при этом голову. Вот, хорошо, спокойно голову назад, если будешь сокращать. Хорошо. Перейди по длинной стенке, еще раз немножко добавь галоп, сократи, выйдешь на среднюю линию. Перейди в порядок. Если еще не уступил, можешь перейти в порядок. Расслабь голову, расслабь пальцы. Спокойный. То же самое, ездой направо, еще раз по средней линии. И при выходе на среднюю линию тоже проконтролируем правым поводом снизу вверх. Вот так оно очень хорошо. Снизу вверх правым поводом, правым шейкером держи. Спокойный корпус одновременно ноги, очень хорошо. А теперь останься здесь на вольту. Останься здесь на вольту. Вот. Распусти. Вот. Не надо дать. Вот. Вот он теперь расслабился. Никуда не бежит, никуда не торопится. Двигается достаточно вперед, работает спиной. Ну и поплавь.
Вот так. Еще берем.